Заходи в ВК и смотри в клипах то, что хочется, с конструктором впечатлений. Хочу веселиться. А теперь хочу удивиться. Находи контент под любое «хочу» с конструктором впечатлений. ВК-клипы. Место встречи впечатлений. Всем хай! И сегодня у нас новое видео, в котором мы вместе с Уной будем снова распаковывать необычную косметику. В прошлый раз мы делали обзор на косметику, конечно же, Винс. Вам очень понравилось это видео, нам очень понравилось снимать вместе, поэтому я подумала, решила. Теперь мы будем записывать все странные макияжные штуки вместе. Все странное, пожалуйста, ко мне. Пишите, звоните, не скучайте. Сегодня у нас косметика, за которой я гонялась очень много лет. Я уже вообще просто потеряла всякую надежду, что однажды я ее просто смогу купить. Молчу про обзор, потому что это коллаборация Шу и Мура с Sailor Moon. Звучит люксово. Это и есть очень люксово. Ты знаешь, сколько я отдала за эту косметику? Боюсь спросить. Очень много. Практически 40 тысяч. Вот это вот. Нашла я ее совершенно случайно, когда вылетала из аэропорта в Таиланда. У меня есть билеты на мусорке, поверь. Я купила эту косметику в феврале. Я ждала момента, чтобы снять видео, и наконец-то это происходит. Давайте посмотрим, что там вообще у нас есть. Косметика с выдержкой, нормально, как вино. Жаль, что косметика тухнет, а вот вино не очень. Или вино тоже тухнет. Кстати, а какое вот вино считается хайповым? Хороший вопрос. Мы с родителями обсуждали, и они мне рассказывали, что в 90-е было какое-то очень вкусное вино в канистрах. В следующий раз приду на следующий странный обзор и тебе расскажу. Да. Еще интересный факт. Я не могу открыть этот пакет. Мы рассказали целую винную историю, а я не могу. Нет! Не надо рвать свои руки. А я порвала пакет. А, все, пакет-то хрен с ним. Я уже подумала, что ты сейчас маникюр свой испортишь. Это было бы кошмар, плохо, так не надо делать. Какая Sailor Moon ты бы была? Слушай, по моей агрессии, мне кажется, уже все понятно. А мы, получается, с тобой ураны. Да. Обогащенные. Абсолютно, такие и были. Пожиратели. Вот чек. 13 260 местной валюты. В пересчете это до хрена. Даже на рубли это до хрена, честно сказать. Это вообще-то да, кстати, даже до рублей это до хрена. Кстати, знаешь, на самом деле вот эта косметика, она является достаточно культовой. Именно вот эта коллаборация. Не столько потому, что здесь Шу и Мура, или потому что здесь Sailor Moon. Это уже не первая коллаборация Sailor Moon с брендом косметики. А потому что это люксовый бренд. Это прям реально тяжелый люкс, который сделал коллаборацию, ну, по сути, с аниме. И мне кажется, что это прям мега крутая история. Да, да. Потому что говорит уже о том, что не только масс-маркет выходит на аниме всю эту штуку, так еще и люкс. Да, я еще вспоминаю вот эти сапожки и туфельки Джимми Чу, которые сделали коллаборацию с Sailor Moon. Они такие красивые. У меня был еще один пакет, и на самом деле, что внутри этого пакета, я не знаю, но когда я покупала вот эту вот всю коллекцию Sailor Moon косметики, которую только нашла в Duty Free, а консультант так офигел, сколько всего я набираю, что дал мне еще целую коробку отдельным пакетом. Щедро. Ну давайте посмотрим, потому что упаковка прям большая. Ой, это похоже сумочка прям. Блин, если там сумочка, это будет вообще славно. Это, короче, косметичка. Ну, посмотри, она как будто бы странная. Ну, такая, чуть поюзанная. Как будто бы, да, ее очень поиспользовали. Поэтому бесплатно. Зато бесплатно. Он меня развел. Все ясно, дядька, понятно. А, ну да. Ну, лучше бы тут, правда, были какие-то тестеры, честно. Контент, который мы заслужили. Ставь лайк, подписывайся на мой канал. Лиса, у меня опять давит голос. Какой ужас. Я хочу вставить уровень адекватности. И на заднем фоне. Я не друг друга. А мы будем друг друга писать. Я буду озвучивать за какую-то дичь. Как я забыла, как это. Я так удасай! Мамуру-чан! Короче, вот это, ну, оно отстой. Ну что? На подарок, ладно, дареному коню забьет. Функционально. Ты че? Я серьезно, хочешь, нет? Конечно, хочу. Забираешь. Приступаем наконец-то к косметике. Давай начнем, наверное, с самого интересного. А теперь. Похоже на пыльник от ботинка. И, о май гад! Ефал! Это безумно красиво. Ну что, роскошь вошла в чат. Ну да, это как бы Sailor Moon для богатых. Только для Лисы. Боже, нет, для нас с тобой. Боже, я вообще в восторге, ну... Оно пахнет настоящей кожей, да. Пахнет роскошью. Пахнет роскошью, ты прям берешь и такая, опа, роскошница. Как-то скучно, честно говоря. Это да. К сожалению... Блин, я думала, тут красные будут, розовые, что за фигня? К сожалению, косметика это очень дорогая, очень люксовая, но цвета у нее, ну, соответствуют тому, чем она себя позиционирует, люксовым. То есть у нас тут золото. Ну, зато зеркальце, кстати, есть. Ну, упаковочка такая поставить, и просто все показывает, что потратила на тени миллион. Хеллоу, я богатая. Пожалуйста, мне звонили прямо из банка, сказали, что я богаче, чем твой папа и чем все твои друзья.
Потом в коллаборации были вот такие вот ресницы. Я не понимаю, почему он сказал мне, что они в коллаборации, потому что здесь буквально нет никакого нейминга Sailor Moon. Кстати, только да, звездочка. Вообще как-то упаковки не хватает даже. Возможно, я что-то путаю, возможно, это тоже была часть подарка, но вы увидите это до того, как я об этом вспомню. Дальше у нас три помады. Давай, распаковывай. Я так обожаю помады. Ой, сейчас что-то будет красивое, я надеюсь. А у меня румяна. Я забыла, что там уже в коллабе были румяна. Я не понимаю, как это открывать. Ну, я уже порвала, извините. Ничего страшного, я думаю, мы переживем. А выглядит, конечно, интересно. Тут ничего не скажешь. Да, прикольно, прикольно. Красиво, пипец. Ну, такой нюд-на-нюд. Блин, мне очень нравится, как все это оформлено, но, конечно, цвета скучновато. Тут вот не поспоришь, но красиво, пипец. Вот для тех, кому просто хочется красивый пипец, ему вообще супер будет. И вот еще одна помада. По цвету уже поинтереснее будет. И, кстати, форма совершенно другая. Ну, это вообще на Dark Sailor Moon. Вот кстати, упаковочка. Да. Dark Lady, по-моему, только Dark Lady, вот, Dark Lady. И последняя коробочка. Попроще, конечно, чем вот эта вот телефонная это, да. Луна, но в целом красиво. Ну, тут поинтереснее. Ну, тут а что это да. еще раз? Это тени? Тоже да? тени. Но я так понимаю, что эти тени могут еще хайлайтер пройти, потому что, да. ну, кстати говоря, не могу сказать, что, ну, типа, за такие деньги что-то прям экстраординарное. Очевидно достаточно, что мы не сможем сделать этот лютый макияж, но сделаем какой-нибудь, какой получится, протестируем да. косметоз. А вот это, конечно, круто. Непонятно, зачем это надо. Лучше бы пару дополнительных рефилов положили, но очень красиво, тоже невероятно. Да, это прикольно, когда с внутренней упаковкой тоже работает. Ну, ладно. Это помыться? Это гидрофильное масло для снятия макияжа. Мы и снимать макияж сегодня тоже будем. Ты можешь не снимать, но если тебе не понравится, ты всегда можешь воспользоваться. Этой бодяги хватит надолго. Вот как ты думаешь, какая самая дорогая вещь отсюда? Мне почему-то кажется, что масло. Тебе очень правильно кажется. Масло самая дорогая вещь отсюда, не тени. Но в целом Шоу и Мура изошли за счет своего масла, потому что их гидрофилка считается одной из самых хайповых и одной из самых первых, которая реально развирусилась. Ну ладно. Они хороши. Поэтому ладно, масло мы оставляем на потом. Давай попробуем сделать какой-нибудь макияж. Вместе с нами сегодня снова Шрек. Шрек просто звезда этого канала. Когда-нибудь и до этой палетки, да, обзор в очередь дойдет. Господи. Блин, они такие нетронутые даже. Я не знаю, даже честно, с таким розочком, типа, с чего мне начать? Мне кажется, еще некоторые цвета как будто бы, ну, почти, ладно, ну, они похожи, да, они просто похожи. Ну что, будем комбинировать, что поделать? Вообще, некоторые цвета здесь очень прикольные. Мне вот этот, например, розовый очень сильно нравится. Он розовый и золотыми такими блесточками. Ну, кстати, очень интересно выглядит. Вау! Единственное, что как будто бы не фиксируется, как будто бы все равно. Вообще, тень Шоу и Мур мне очень нравится. Я думаю, что на самом деле оно будет найс. Я начинаю макияж с румян. Вот так вот это все выглядит. Я не понимаю, есть ли отдушка? Небольшая такая, спиртовая. Ну что ж, нанесем румяна вот таким вот образом. И что-то мне кажется, что я их как будто уже борщинула, потому что очень плотно все это выглядит. Короче, ты будешь такие использовать. Нормально, давай, растирай, скорее. А я, короче, хочу попробовать отсюда розовый цвет. Это типа тени, но мне почему-то кажется, что они могут быть хороши, как румяна. Тут произошли технические шоколадки так, что у нас вырубилась камера, и мы поставили новую. Короче, у нас-то камера вырубилась, поэтому я уже растушевала нос. Но в целом, что могу сказать про эти румяна, на самом деле выглядит очень естественно, и мне это прям по кайфу. У меня тоже, кстати, очень милые тенюшки, которые оказались вполне себе рабочими румянами. Но в целом, для создания такого вот классического, типичного азиатского макияжа здесь есть чем разгуляться. Базу буду использовать вот эти тени. О, из того, что я обратила внимание, смотрите, я только прикоснулась, да, они ужасно рассыпают. Ой, фига себе. И, учитывая то количество денег, немножко неприятно, но посмотрим. Ты не понимаешь, это просто лунная пыль. А, ну раз лунная пыль, то тогда все меняет, боже. Так, важное обсуждение в видео про Sailor Moon косметику. Ваша любимая Sailor. Sailor. На самом деле, по-моему, уже когда-то спрашивала, и мне практически все в комментариях писали, что их краш это Sailor Венера. Венера? Да. Неожиданно. И я потом, когда прочитала огромное количество сообщений про Sailor Венеру, я подумала, возможно, она действительно супер популярна. И она действительно чуть ли не топ-1, не топ-2 во всех опросах рейтинга популярности Sailor. Для меня это шок. Не, есть в этом, конечно, логика, потому что, по сути, она была одна из первых пробужденных, вообще первая, по-моему, пробужденная, потому что она там какая-то супергероиня была. Да. Да-да-да-да. Sailor V. Да-да-да, вот. Блин, смотрела всего лишь год назад, уже все забыла. Старость не радость. И внезапно, знаешь, кто еще популярен, что для меня было еще большим удивлением? Это Sailor Jupiter. Очень многим нравится Sailor Jupiter. Мне казалось, что самая популярная должна быть Нептун, которая с такими... Да, с волнистыми волосами. А я тем временем с этими тенями... Не знаю, закос на какую Sailor я делаю, потому что тут на самом деле это максимум на Венеру. Честно говоря, а у тебя на Сатурн? Ну, может быть. Я вообще не понимаю. Блин, интересно, на самом деле, кто целевая аудитория вот этих вот палеток? Вряд ли это бы купил не фанат, кто не шарит. Не купят не супер обеспеченные люди, потому
потому что очень дорого. Но при этом, если это аудитория все-таки, там, не знаю, те, кто вырос на Sailor Moon, то для них как будто бы немножко суповолшновато. Хотя, возможно, да, это у меня слишком веселая жизнь, а палетка вообще класс и то, что надо. ХЗ. Короче, не знаю, много вопросов, мало ответов. А этим временем продолжаю. Нарисуем мешочек. И, кстати, смотри, неплохо. Оказалось, что действительно пигмент пигментный. Светлым рисую здесь, то есть я щурю глаза. И светлыми тенями, плоской кисточкой вот здесь вот все это рисую. У меня мамми, у меня макияжная мамми. Она меня учит макияжиться. Так, покажи, что ты уже нанесла. Я ты ничего не нанесла, ты просто сидишь, смотришь в палетку, я тебя понимаю. Результат розыгрыша розовой сумки из Барби Видео, дорогие друзья. Вот эта сумка потрясающе красивая, очаровательная. Ну, кто смотрел мое Барби Видео, тут в курсе, что произошло. В общем, был розыгрыш. И результатами розыгрыша стал вот этот вот человек. Я тебя поздравляю. Тебе мы сами напишем, будем ждать твой отзыв у нас в Телеграм-канале. Результаты очень легко определялись. Самый активный человек, который был максимально активен в моем Телеграме и был подписан на остальные мои соцсети, получил эту сумку. Но я подумала и решила, что как будто бы это слишком классная идея. И давайте делать теперь в каждом видео какой-то рандомный розыгрыш. Сейчас, внимание, фанаты BTS и вообще кей-попа напряглись. У меня есть легендарная вот эта вот штука. На самом деле, отрываю от сердца. Не хотела никому дарить. Купила себе одну и какой-нибудь подружке, но поняла, что не готова никому отдать. Это не шутка. Других раздала, но тату не раздала. Поэтому решила, что, знаете, сделаю доброе дело и разыграю тоже в моем Телеграм-канале. Условия очень простые. Лайк, подписка на это видео, подписка на мой Телеграм-канал и просто быть там активным. В конце недели или когда там следующее видео выйдет, кто-то рандомно получит вот это дарование. Еще от себя докину какой-нибудь косметики, новой, не раскрытой, так что, поверьте мне, оно того стоит. Знаете, честно, это похоже на правду сидеть и смотреть в палетку, но надо что-то с этим делать. Ладно, давай нанесем вниз блестяшек. А как мешок? Подожди, ты мешок уже сделала? Да я просто вот эту зелену выбелила, я не могу ничем нарисовать мешок. Если я вот этим нарисую, тут будет просто грязь. Ну ладно, можем попробовать развести. Это была большая ошибка. Да? Ну да, вот то, что я говорила, оно слишком кирпичное, ну ладно, пусть будет так. Не, ничего не меняется. Это, знаете, типа макияж без макияжа называется. А у меня, посмотри. Ну все понятно, она себе забрала весь сегодняшний макияж. Возвращаемся к фактам о Sailor Moon. Моя самая крашка всегда была Sailor Mars, боже. Я прям фанат была ее. Плюс. Причем, знаешь, всегда у всех абсолютно аниме и мультиков, но неважно, за что смотрела, у меня всегда был краш на блондинок. Ну, типа, я люблю блондинок. Вот только исключительно блондинок. Да. Без шуток, абсолютно единственное исключение, где у меня был краш на девчонку, не блондинку, это Sailor Moon. Потому что Sailor Mars, Sailor Plutón, ну ладно, Урана на блондинка была. Вот они просто, вот эти вот три у меня безумно нравились всегда. А у тебя кто были любимые? Я плюсую насчет того, что у меня тоже постоянно был краш на блондинок. Я в детстве всегда мечтала быть блондинкой, я не знаю почему. Типа я родилась русой, но всегда хотела стать блондинкой. Потому что они такие BDS energy, мне кажется. Наверное. Девчонки плохишие. Да. Но они такие, типа, cute, но bad. Я с тобой согласна, но вот почему-то действительно Sailor Moon мне не очень почему-то нравятся блондинки. Не в плане того, что они плохие, почему-то вот лично для себя их фаворитками не могу назвать. Вот. Еще, конечно, меня всегда прикалывало, что по сути в команде Sailor Moon две блондинки, и это немножечко путало, хотя бы со стороны, когда я на это все смотрела. Там единственное у них отличие, что у одной хвостик у другой. А так они же на этом еще и приколы делали, да, что да. Sailor Venera часто выдавала себя за Sailor Moon, то есть как бы да, они на этом еще сделали целый контент, но в целом интересное замечание. И, кстати, забавно, то что по сути из цветных волос, ну в основной команде, не считая дитя, это был только Меркурий, остальные были с базовыми цветами. Интересно. Но Меркурий, кстати, реально очень прикольная девчонка. Она малышка, да, у нее вайбы техны. Вот знаешь, с одной стороны вроде техно, но при этом техно не настолько милая, не настолько дружелюбная, как да, она такая. Вот не sweet, да, она такая. Фигарим блестяшки, честно? Так, непонятно, блестяшки. Но очень интересно. Я просто давай, бахну да, на розовый. Палец. Ой, смотри, вау! Мами! Боже, скажи, что это видно на камере. У тебя как будто аллергия. Черт, ну у меня как будто аллергия, но... Но мне нравится тень. Честно, слушайте, ребят, я понимаю, возможно, что очень дорого и что существуют тени лучше, но сейчас в данном случае не хочется сравнивать, хочется просто сидеть и, так скажем, свой собственный выбор дорогущих теней оправдывать тем, что я не купила мусор, а купила классную вещь, поэтому я купила классную вещь, вообще просто... Не, ну в них что-то есть. Кстати, давай вот эту блестяшку, может быть, попробуем. Бахай. Я бы куда-нибудь бахнула. Мне кажется, это надо делать руками. Кистями. Вау, они прям такие липучие. Ну, они забавные. Типа, поприкалываться-то. Поприкалываться до 1020. А я пока бахну себе хайлайтер. Бахте я вот тоже решила, что буду пальцами. Ой. Черт, ладно. Извините, произошли некоторые технические неполадки. Я не понимаю, что я делаю, честно сказать. Как будто бы понимаю. Это крик отчаяния. Трэш, трэш. Не, ну короче, я поняла. Это косметика для таких вот прекрасных, милых девушек, которые выросли, стали богатыми, как Лиса, и смогли себе... Ну что ты ржешь? Я серьезные вещи говорю. И смогли себе приобрести. Продолжай.
смогли себе приобрести вот такую косметику, но при этом сами по себе эти девчули очень, ну, типа, в хорошем плане basic. Они такие, типа, пошла на работку в Sailor Moon. Old money. Да, да, точно. Old money. Old это money. Же реальная эстетика old money. Мы сегодня Sailor Moon и old money. Окей. Okay. Если бы Sailor Moon родилась в очень богатой семье. Блин, она бы не в такой футболке тогда посидела. Очевидно. Кстати, эта футболка из моего бренда одежды «Бездна», ссылочка на группу в описании. И в сраче. Пока что пытаюсь это все оправдать. Переживаю за чужие деньги больше, чем за свои собственные. Ты знаешь, если бы меня пригласили на обзор для косметики, я бы думала так же. Mm-hmm. Я бы действовала ровно точно так же. Но в целом, не, ребят, все, то, что Луна сказала, абсолютно имеет место быть. Полностью согласна с каждым твоим словом, потому что, ну, по факту, действительно так. Это косметоз, ну, он не для тех, кто делает яркий макияж, он не для альтушек, он не для людей культуры, несмотря на то, что здесь у нас Sailor Moon по людьми культуры, я подразумеваю тех, кто больше неформальности предпочитает. Mm-hmm. Прям, да, косметика из серии. Ты проснулась, ты улыбнулась, ты нанесла бежевые тени, ты бахнула какую-то вот эту вот сияшку на центр, для того, чтобы подчеркнуть какая-то офигеть креативная, я сейчас не саркастирую, мы не осуждаем людей за их предпочтения. Потому что даже когда пытаешься нанести это кистью, нифига не получается. Соответственно, можно сделать вывод, что эта косметика нацелена на совершенно другую цель. Хз, что тут еще оценивать? Плюс в коллекции не было никакой подводки, поэтому не можем тоже, да, много как-то экспериментов проводить, поэтому так чисто. Нейтральный нюдик. А что только блогеры не идут ради вас. Надеюсь, вы поставите лайк, подпишитесь и поделитесь со своими друзьями этим прекрасным обзором. Отлично, подписывайтесь на Луну и на меня. Я все принимаю попытку нарисовать что-то подобное стрелке. Получается, как получается, но я не сдаюсь. Мы, кстати, до сих пор не раскрыли, кем мы сегодня будем. Кажется. Да, как вы думаете, кем мы сегодня будем? Они, которые уже сказали, ну, мы любили Sailor Mars. По-моему, нам в следующий раз надо будет делать не обзор на косметику, а обзор на выпивку. Пожалуйста, избери меня болгарка. Хорошо, умоляю. Это откуда? Извините. Из ТикТок. Она обещарила за тренды. Какого интересного мнения ты о Vinux? Что еще здесь можно предпринять? Только лишь накладные ресницы. Вот, давай. И они идут у нас уголками. В комплекте клея не было. Эти ресницы стоят 1004, ну или 1002, я не знаю. Ну, короче, дофига не стоит. Точно не меньше, но клея не было. Такого я не видела. По-моему, даже, знаешь, самые дешевые китайские ресницы всегда кладут. Да, блин, в переходе покупаешь такие ресницы, и там всегда есть какая-то... Даже если высохшие. Но все равно было приятно, что люди положили, подумали о тебе. Да. Они даже лобят тебя, но все равно. Да. Кстати говоря, они синие. Я не понимаю, если честно. Я пытаюсь сейчас сделать тоже хоть что-нибудь? Что-то вроде стрелок, но почему-то у меня очень не хочет наслаиваться этот цвет. Это самый обычный коричневый. Я на самом деле думала, что вот это будет более пигментированное. А, да, я тоже так думала, но оказалось вот внезапно вот это. Да. Кстати, знаешь, Мура уже не первый раз делает коллаборацию с Sailor Moon. Боже, это видео выглядит, наверное, как реклама, но это нифига не реклама, ребята. Этой косметики у нас нету и никогда не было. Ее вообще хрен купишь, и, по-моему, ей уже 2 или 3 года. Ну, то есть даже если могла бы быть реклама, то нет, это не она. Я думала, это что-то новое. Не, я пыталась купить ее еще, когда была в Корее, я ее искала везде. Я до этого пыталась купить. Я ее реально случайно нашла в Duty Free в Таиланде, когда уже оттуда улетала. Здесь вот такие вот реснички. Кстати, обратите внимание, они нифига не черные, они синие, и у них на концах звездочки. Честно, не знаю, как это будет смотреться, будут ли вообще заметны эти звездочки, или будет казаться, что у меня сразу осыпались. Ну, вот и посмотрим. Господи, это самые дорогие накладные ресницы в моей жизни, а их даже меньше половины. А я возьму свои супер дешманские ресницы и посмотрим, у кого будут ярче глазки. Да я даже не сомневаюсь. Я вообще не мастер наклеивания ресниц. Вот это вот моя самая слабая сторона в макияже. Могу сделать все, но только не ресницы. Это вы уже поняли, да? Приклеить ресницы к джинсам well done. Понимаете, да, уровень ресницы? Не, ладно, это выглядит сильно лучше, чем я думала. Да, она прям синей выглядит у тебя. Прикольно. Типа... Просто так она не выглядела настолько синей, как у тебя. А как выглядят со стороны вот эти вот звездочки? Это реально похоже на звездочки или кажется, что тут какие-то проблемы? Вот когда ты с боком, вообще ужасно. Кстати, да, похоже на то, что сопли на ресницах, как грязь. Вот тут вот плохо вот. Как бы ответила подруга? Ты так прекрасна с этими ресницами. Как отвечает настоящая подруга? Честно? Что за шеладня, да? Это выглядит как тяжелый люкс, как будто бы тебе тяжело открывать глаза, насколько это люкс. Я не понимаю, сколько нужно ждать, чтобы ресницы были точно готовы. 30 секунд. У меня бриллианты на ресницах. Это бриллианты. О нет, Лиса опять давит голос. Какая там ходит Sailor Moon, там дядька ходит. Что ему надо? Сталкер. Это так Седа Маск. Сейчас розами скидает. Седа Чан. Когда я узнала про существование Илона Маска, я искренне совершенно думала, что он свою фамилию взял от Такседа Маска. Ага, и говорят, что ему нужен еще один ребенок, чтобы назвать его Такседа. Вопрос. Ой, красиво. Я думала, следующая коллаборация может. Лисы будет с Илоном Маском. Вау, сделаем макияж друг другу. Подружки.
Я даю тебе вот эту помаду, которая тебе понравилась, потемнее. Себе же я беру взамен те, что посветлее. О, вау! Вот это, честно, во-первых, цвет очень-очень круто наносится. Балдеж вообще. Очень приятно. И цвет, кстати, клевый. Блин, ну ты прям такая матроска на суперлюксе. Матроска суперлюкс. Какие способности? Кидаться деньгами, например? Мне нравится. Я ставлю 10 из 10 этой помаде, я буду точно ей пользоваться, она прям класс. Наноси, боже, не парься. Ой, она красивенькая, посмотрите. Она такая красноватенькая немножечко. Выглядит как румянец такой на губах. Очень красивый цвет. Вот этого я ожидала, на самом деле, от подобной косметики, что она будет немножечко в красноту. Вот как раз, мне кажется, помада немножечко в красноту уходит. Да, да. Но у нас есть ресницы в слизи. Кстати, они очень разные. Если попробуешь что-то, ты офигеешь. Это прям сухая, а это очень влажная. Ну что, на кого из Sailor Moon мы сейчас похожи? Не на кого. Ну, как вариант. Вот что у нас получилось. Конечно, полноценный косплей из этого не получился, но парики у нас абсолютно уважаемые. Но мы очень классненькие. А почему я тебя переросла? Ты же моя мать. Я твоя мать! Абьюзерша какая-то. Молодец, сиди. Короче, ребят, не знаю, оценивайте эту косметику, что вы можете мне сказать. Купили бы вы себе такое или не купили? Мне кажется, как цацка для коллекционера, все еще лайк. Но если, конечно, ты хочешь реально косить по целому Sailor Moon и делать макияжи, как у девчуль, дизлайк. И большое спасибо Наташе, которая нам дала эти парики. Невероятно. Я максимально заинтересована больше всего с этим видео, знаешь, париками, которые ты мне притащила. Косметика, типа, ну да, окей, но парики из Омска. Вы понимаете, парики из Омска к нам ехали чисто ради этого видео. Я думаю, это очень хорошая причина поставить много-много-много-много-много-много-много. Много-много лайков и комментариев тоже очень приятных. Смотрите видео о Свинкс. Внезапно. Тени Барби. Оу май гад. Эта косметика проклята, я не буду делать на нее обзор. Вы видели, что произошло? Смотрите, пожалуйста, что должно с этим делать? У вас без злые брови. Вообще не нравится.